ТЭЦ-2 в этом году отмечает большое событие – юбилей. 65 лет подачи тепла и горячей воды в дома ивановцев зависит от бесперебойной работы этого большого предприятия. Чтобы поздравить сотрудников и узнать, чем сегодня живут большие энергетики, на станцию приехал депутат Государственной Думы Алексей Хохлов. Но очень приятно осознавать, что сегодня станция нашла себя. Она стала неотъемлемой частью общей схемы теплоснабжения города, работает устойчиво. И мне бы хотелось узнать будущее этой станции. Вот именно, собственно говоря, за этим я и приехал. Я думаю, что она и дальше будет продолжать нести тепло, свет ивановцам. Безусловно, будущее у ТЭЦ-2 есть и очень светлое. Ежегодно на развитие станции направляют серьезные инвестиции. Так, в ходе подготовки к нынешнему отоп-сезону выделили 120 миллионов на модернизацию оборудования. А совокупный объем вложений в подготовку к зиме составил 550 миллионов рублей. Машинист котельного отделения Александр, сегодня его поздравляют и благодарят за хорошую работу, трудится на станции уже 36 лет. Говорит, жизни без ТЭЦ даже не представляет. Я считаю, что энергетика вообще ответственная и важная работа. Почему? Потому что это, во-первых, работа для людей. Прежде всего, людям нужно и свет, и тепло, и горячая вода. Вот этим мы и занимаемся. Сегодня ТЭЦ-2 планомерно модернизируют с установкой на бесперебойную работу. В декабре этого года филиал Т-Плюс планирует завершить капремонт одного из котлов. Стоимость работ по проекту 46 миллионов. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.